Заикание, запинание. Кто боится говорить перед всеми, выступать. Вот у меня тоже такая же тема была, и я записалась на сессию к Ольге Беднарской. Она суперспециалист своего дела, она целительница, она мне помогла понять и осознать, где какое чувство у меня зарыто, что иногда вызывало во мне вот запинание, неуверенность в себе. Ольга, я благодарю вас вообще за тот интересный опыт, за те знания, которые вы мне дали. И благодаря этому у меня много было осознания. И сейчас я говорю более уверенно и знаю, что нужно делать и куда мне нужно двигаться. Благодарю еще раз, Ольга, за те знания и за тот опыт, который вы мне дали. Вы на самом деле тот человек, который поможет многим людям, у которых есть заикание, запинание, неуверенность. Вы сможете помочь, и вы тот человек, который исцелит людей на уровне чувств и на уровне тела, на уровне организма. И вот это вот заикание, запинание, оно просто уйдет. Спасибо вам большое за этот опыт.